Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Кирилл, и сегодня мы с вами затестим Tesla Model X в Greenville, которая примерно стоит от 90 до 140 тысяч. Ну что ж, стоит ли ее сегодня покупать, мы с вами обязательно протестим. Ну что ж, думаю, стартуем сразу на какую-нибудь прямую дорогу и начнем, я так думаю. Так, ну что ж, сегодня мы замеряем Теслу от 0 до 100. И посмотрим, быстрая она или нет. То есть, стоит ли она своих денег. Так, ну что ж. В принципе, сейчас становимся вот сюда. И замеряем вот сюда. Ну что ж. Вот рядом со мной мой близнец. Ну что ж, 3, 2, 1. Раз, два, три. Ну, где-то 3,5 или 4 секунды. Ну, думаю, это будет неплохо для старта вообще. То есть, если собираетесь сюда донатить или покупать какую-то машину, ну, конечно же, сюда нужен пасс, который стоит 140-150 там робоксов, по-моему, сейчас скидки на него сколько. Электрик пасс, по-моему, 135 робоксов. Ну, вот. Ну, вот так вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!